Привет, друзья! С вами вновь Виталий. Сегодня наша тема «Как достичь успеха в разделе, таком популярном раздел хорошего, здорового тела». И этот раздел начинается с веса, то есть как привести в норму наш вес в соответствии с нашими природными параметрами, то есть вес, рост и так далее, известные формулы, ну как бы общепринятые состояния веса имеются, и мы можем легко по ним ориентироваться, найти себе какой-то критерий. И я покажу вам модель небольшую такую, которая очень легко вам понять будет, и вы сможете ей пользоваться. Она очень эффективна будет и даст вам результат. Итак, в чем проблема, наша всеобщая проблема, большинства людей, и моя в том числе проблема, то есть проблема исходит из нашего детства. То есть когда мы растем, когда нас кормят наши родители, наши родственники и так далее, то всегда это сопровождается определенными посылами. То есть посыл первый, чтобы ребенок вырос большим, здоровым, красивым и так далее. И, соответственно, этого посыла ребенка надо хорошо кормить. И это «хорошо кормить» складывается из определенных слов. Эти слова нам хорошо известны. Слова такие, как «вкусно». «Тебе вкусно, малыш?» «Да, мне вкусно, мама, спасибо. Мама вкусно приготовила». Или «купите мне что-то в магазине вкусненькое, сладенькое, или солененькое, или картошечки какие-то там сделать» и так далее. То есть мы в детстве нас вот этими словами кормили. Вкусно, сытно и удовлетворительно, скажем так, да? Эти три слова, которые сопровождали наше детство, более того, они создали у нас такой шаблон нашего питания, шаблон нашего понимания, как мы хотим питаться в будущем. То есть все мы, будучи детьми, всегда себе говорим: ох, я вырасту, я себе куплю все, что захочу, мороженое, пирожное, пирожков сколько угодно и тому подобное, напитков всяких разных. И с таким посылом, с такой идеей, такого желания воплощения в будущем, и мы вырастаем. В конечном итоге и это возникает такая проблемка потом небольшая. Эта проблемка, и мы начинаем жить с этой проблемкой, с такой стратегией такого питания мы определяем себе. То есть воплощать наши детские желания. И, соответственно, такой шаблон нашего питания начинает сформировать серьезные жизненные убеждения, которые влияют на состояние нашего здоровья, внешний вид и так далее. Этот шаблон я предлагаю вам заменить на другой шаблон. Но я уверен, что я вам дам тот материал, который вам точно поможет. Это я вас уверяю. Когда вы смотрите на такую схему и думаете, как тут все сложно, как все тут запутано, я не смогу это все освоить. Вот эти все убеждения, мировоззрения там, мысли, действия и так далее. Я вас уверяю, вот конкретная у вас цель имеется, какая-то цель создать свой красивый современный спортивный образ. И для этого сначала мы меняем шаблон. То есть наше мировоззрение очень трудно изменить, безусловно, мировоззрение, которое сформировалось в нашем детстве. Поэтому мы берем простые слова. И эти слова начинаем заменять. На какие слова можем мы заменить? Мы не будем здесь тянуть кота за хвост и сразу объявим такие слова, как слова «полезно», «эффективно» и «результативно». То есть о чем эти слова очень сильно отличаются друг от друга. Так вот, эти слова, вы можете себе сказать, это слова детские, для детского развития, для детского взросления и так далее. А вместо «вкусно» мы можем что сказать? Мы можем сказать «полезно», «эффективно» и «результативно». Возьмите эти слова на вооружение. Полезно для моего здоровья, эффективно для моей энергии и результативно для моей деятельности. Поэтому мы меняем свой шаблон слов и с понятий, когда мы начинаем применять их относительно питания. То есть мы что-то приобрели, идем по магазину,
Смотрим на продукты, любимые, привычные продукты, к которым относятся эти наречия. Да, вкусно? Это вкусно. Нет, это не вкусно должно быть, это должно быть полезно в первую очередь. Полезно. Если вы смотрите и говорите себе, это будет сытно, я наемся, мне будет сытно. Нет, тебе не должно быть сытно, тебе должно быть эффективно, она должна энергия дать тебе эта пища. Ты должен быть энергичным. И если ты думаешь, что удовлетворило тебя это питание, удовлетворила пища, нет, оно не должно распространяться к твоим чувствам. Оно должно давать тебе результат. Результат твоей деятельности, какой-то действий каких-то и так далее, питания. То есть это формула для взрослого человека. Это шаблон мыслей взрослого человека, шаблон понятий, который вы прямо применяете каждый день к своему питанию. То есть, когда вы будете применять вот этот шаблон и будете стараться отсюда уйти из детской такой матрицы, из детского шаблона, и начнете двигаться по этой формуле, менять свое мировоззрение относительно питания, потом убеждения у вас сформируются новые, вы начнете видеть первый результат, увидите. И, соответственно, это будет подкреплять вашу уверенность, ваши силы и так далее. И ваши мысли по этому поводу будут совершенно другие. Вы уже не будете вот сюда переходить опять. Ой, хочу что-то вкусненького. Дай-ка я себя маленько отпущу себе вожжи. Тут я сильно себя затянул. Ну да, может быть, можете иногда так сорваться, да. Но вы уже будете точно знать, что вот это поощрение. Поощрение. Вот за это. Если вы поощряете себя вот этим, чтобы испытать эмоции за результат. То есть здесь вы получили результат вашего правильного питания, здорового, эффективного, результативного, полезного питания. То этот результат вы можете себе поощрить. Вот этот результат, эмоциональный результат вы увидели. Да, на самом деле мой вес снизился, я стал более спортивный, более стройный и тому подобное. И, соответственно, вы можете все поощрить. Вот очень просто, да, вкус такой жизни, как я говорю, да, вот этот вкус жизни, чтобы ощутить эмоционально, вы можете скушать что-нибудь сладенькое, да, чуть-чуть, что вы очень любите, да, в своем детстве. Вы должны это понимать, что вы это из детства принесли во взрослую жизнь, и во взрослую жизнь вы уже не растете. Поэтому вам нет совершенно необходимости в таком количестве углеводов и в таком количестве жиров. Вам необходимо перейти на другую формулу, на другую шаблон свой, мышление своего. Поэтому, друзья, сегодня я несколько слов сказал по поводу того, как нам, как вам и как мне. Но я вот поэтому по этой схеме работаю с собой. То есть я всегда думаю о том, что мне это полезно, мне для этого дает мне энергию, и это мне дает результат энергии, большой энергии, силы, деятельность, достижения, результат моей жизни. То есть жизнь становится более качественной, более продуктивной, более интересной. Поэтому я призываю вас двигаться вот по этой формуле. В любом состоянии, то есть хочется вам достичь физической формы другой, берете эту форму, двигайтесь по ней. Если вам нужна помощь, обращайтесь ко мне, я вам помогу в меру своих способностей, сил и времени, да, как говорится. Если вы увидели в этом какой-то смысл, возьмите это на вооружение, попробуйте сами. Попробуйте. Это очень простая формула. Формула изменения шаблона своего. Шаблона поведения, шаблона мышления относительно своего питания. Спасибо, друзья. С вами был Виталий. Подписывайтесь лайками, лайкайте. Будьте здоровы, крепки. И, как говорится, в отличной находиться форме вам всегда.